Привет. Я вот сейчас в Красном поливкой занимаюсь, вот в деревне. И вот вспомнил историю. Был такой Петр. Забыл немного. Вот. Но факт, что в Чинырахе он проживал, была у него квартира. Ну и что-то обнесли эту квартиру. Как-то странно обнесли. Ну то есть похулиганичили, обокрали, да? Это сленг такой американский. Обнесли. Но. Ну, кроме шуток. Пожаловал всем нашему главе бывшему, такая была у нас вот глава Рязанцева, Галина Анатольевна. Вот. Хорошо живут, музыка у них, молодцы, рад за них очень, за семью их рад. Вот. Нормальные зарплаты, в общем-то, всегда были у председателя. 3 срока, по-моему, она председателем отсидела вот, в поселковом совете. И, короче говоря, Петя к ней такой обратился, и пишет она ему, на основании обследования выявлено следующее, значит, полов нет, дверные проемы отсутствуют, оконные проемы отсутствуют. Это не она писала, комиссия. Вот. Отсутствует. И там что-то тоже со стенами проблема тоже какая-то была. Вот. Ну и самое заключение, жить как бы можно. Жить можно написано, да. Условия как бы соответствуют для проживания. Жить можно. Там как-то другая формулировка была, но смысл вот в этом был, понимаете? Ну вот, Пети этого нет уже, его там взяли, ну, добрые люди к себе, вот, на школьный 212 приютили, Пети этого уже нету. Но ситуация-то осталась. Когда она написала, значит, ну, эта женщина за него писала, написала Андрея Дмитренко, я там помог, и получили мы такой ответ. Получили ответ, что, ну, вы вообще к этому городскому поселению не относитесь, сидите, короче, на хэ. Ну, так, вкратце. Вот. Ну, получается, что вот своим вот этим вот отношением эти люди попросту человека-то убили. Так получается. Ну, не впрямую, своими действиями получается. Он значительно раньше из жизни ушел. Ну, так-то не имея угла своего, да. Ну, хорошо, люди там продлили ему жизнь. Вот. Получается так вот, да, вот такое вот, ну, непрямое, скажем так, ну, тем не менее, убийство, что ли, да, или нет, или как. Ну, это мои вот предположения, я так предполагаю, вот так. Но он же умер. Находясь, можно сказать, в изгнании. Мне другое интересно. Мне интересно еще, вот сколько вот тоже погублено подобным же вот отношением к людям, вот этими местными чиновниками. И вот сейчас у меня складывается такое мнение, мне его как бы выражаю мнение некоторых избирателей, что вот эти действия очень похожи на пособничество в СУ. Вот, ну а вы как думаете? Может, я не прав? Скажите, напишите, лайкните, дизлайкните. Ну, а если мнение оставите, еще хорошо будет. Как вы думаете? А? Нормальная эта ситуация? Нет, сколько погублено людей?